Изучать английский язык и общаться с носителями языка вологодские школьники могут, не выезжая за рубеж. Языковые профильные смены будут организованы в одном из загородных лагерей. Подробнее смотрите далее. Этот урок английского языка не совсем обычный для учащихся многопрофильного лицея. Его провела американка Кэтрин Тетцель, руководитель английских профильных смен в одном из загородных вологодских лагерей. Многие ученики лицея не впервые общаются с гражданкой Соединенных Штатов. Они постоянные участники профильных языковых смен. Я был 3 раза на этой смене, и мне очень понравилась руководитель американской группы Кэтрин. Она всегда с нами здоровается, всегда очень приветлива, и можно с ней говорить буквально часами. Больше всего мне понравилось то, что мы каждый день общались с американцами, и они не боялись общаться, боялись больше дети общаться с ними. В этом году Виталий стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку. Как признался юноша, занятия на языковой смене помогли укрепить знания. Об особенностях языковой смены, которая пройдет в лагере «Искра», Кэтрин Тетцель рассказала и вологодским учителям, и даже поделилась оригинальными способами познания иностранного языка. Например, выучить некоторые английские слова можно и в танце. Программа профильной смены необычна. Дети с утра до вечера не только посещают занятия по английскому языку, но и постоянно общаются с педагогами, которые специально приезжают из Америки. Безусловно, такие занятия полезны, уверены и вологодские педагоги. 75% успешного изучения английского языка – это говорение и слушание именно, да? Поэтому в лагере дети как раз не читают и не пишут, а говорят и слушают. Я считаю, что это очень полезный опыт для детей и для нас, педагогов. Как вы видите, мы включаемся активно во все интерактивные методы, которые Кэтрин нам предлагает. Уже несколько сотен школьников побывали на таких сменах. В этом году в лагерь «Искра» приглашают и совсем маленьких ребят с 8 лет. Уже в течение 6 лет мы активно проводим эти смены, привлекая детей со всей Вологодской области и из других регионов Российской Федерации. Главная задача, которую мы ставим, проводя эти английские смены, первая – дать возможность детям полюбить английский язык, и вторая задача – преодолеть барьер разговорного английского. Приобрести путевки на эти языковые смены наши родители могут через свои предприятия, обратись в правкомы, через органы соцзащиты. Вологодские школьники должны иметь все условия для получения образования на достойном уровне. Именно поэтому такие образовательные проекты поддерживают и городские власти. По этой причине сотрудничество продолжится. Тем более, как призналась Кэтрин Тетцель, в Вологду она приезжает с удовольствием для организации образовательных программ и для того, чтобы посмотреть наш удивительный город. Я не первый раз в Вологде. Я была в вашем музее кружева, и я обожаю этот город и этот музей. Но именно в Вологде я однажды потерялась, заблудилась. Это было не в Петербурге, не в Москве, а именно в Вологде. С этим связаны мои воспоминания. Полина Салата, Максим Тышковец, Вологда, Портал.